Здравствуйте, мои дорогие зрители, девочки, мальчики. Всем огромный привет с нашей кухни. И я сегодня готовлю горбушу. Горбушу по-домашнему. Как я это делаю? Я считаю, что это вкусно, бюджетно, может быть, не совсем полезно для некоторых. Ну, как уж мне выгодно, так я и готовлю. Я взяла целую горбушу, соль, масло подсолнечное, морковь, томатную пасту, одну луковицу. Это у меня домашняя заготовка зимняя для того, чтобы сделать соус. И также мне нужна будет кипяченая вода и перчик и лавровый лист. Сейчас, чтобы не тратить времени зря, я быстренько поставлю зажарку. Лук и морковь обжарю. Буду обжаривать, буду вам показывать. И мне нужно будет почистить и порезать рыбу на кусочки, обжарить ее и добавить в соус, протушить, и все. И блюдо мое готово. Ужин будет прекрасный. Только останется сготовить быстренько гарнир, и все будет великолепно. Я приступаю готовить. Уже у меня разогревается масло в сковороде. И ждем, я показываю. Луковицу я порезала, морковь, как я вам уже говорила, я замораживала, чтобы не пропала, она была очень-очень мелкая, поэтому я замораживала ее. Я подготовила рыбку, почистила, обрезала половники, порезала ее на кусочки. Так, сейчас мне нужно ее посолить, поперчить, добавляйте свои любимые специи. У меня вот смесь перцев и черный перчик я добавила. Теперь пусть немножко полежит, пока у меня там готовится зажарка. Я сейчас быстро соус приготовлю. Обжариваю лук и морковь почти до готовности. Разогреваю сковороду, наливаю в нее маслица. И сейчас буду, масло у меня нагреется. Я обмакиваю кусочки рыбы в муке. И буду обжаривать в масле. Пока у меня еще не доразогрелась маслица, я продолжу заниматься соусом. Это же все быстро происходит. Это же быстрый ужин. Добавляю сюда ложечку томатной пасты и домашнюю заготовку. Тут у меня перцы, свои помидорки. Это перемешиваю и тушу. Водички пока не подливаю. Добавила в соус стаканчик воды кипяченой. Теперь подсаливаю, приперчиваю и добавляю лавровый лист. Рыбу-горбушу я обжариваю с двух сторон. Рыбку я обжарила, все выкладываю в соус. Соус убавила на самый минимальный, на самую минимальную температуру. Сейчас выложу сюда рыбку и протушу минут 15. Вот такой вот быстрый ужин из горбуши. Вкусный. Готов. Почти. Сейчас быстренько приготовлю гарнир. И все готово будет.
очень мало времени занимает и вкусно. Ну все, горбуша в соусе готова. Я сейчас посыпаю укропчиком. У меня, как обычно, замороженный. Сыпьте по желанию то, что у вас есть. И можно и лучок, и петрушечку, все что угодно. Вот такая вкуснятинка получилась. Осталось разложить по тарелочкам. Все, ужин у меня готов. Я сварила на гарнир рис. Можно есть без гарнира, можно с гарниром. Можно в горячем виде, можно в холодном. Это такое обалденнейшее блюдо. Ну что я хочу сказать. Всем до встречи, всем пока-пока. Всего самого-самого доброго. Всем пока-пока.